Подписчикам и гостям канала, сегодня такая тема. Может, она кого-то коснется, кого-то нет, но у меня стоит система автозапуска двигателя. На улице сейчас минус 10, и не хочется бегать, заводить этот движок и бежать назад домой. Но интересная система. Когда я завожу двигатель вручную, он заводится. Когда машина прогреется, автозапуск заводится без проблем. Но когда она постоит на улице, перестает заводиться. В чем проблема, я не знаю. Сейчас мы откроем систему, где заводится у нас стартер, то есть релюшку, которая подает провода туда, и посмотрим, в чем дело. Если там что-то не так, реле мы посмотрим и все это постараемся устранить, и посмотрим, что у нас получится в результате. Сейчас будем разбирать. Так как мое реле запуска стартера находится здесь, сейчас мы снимем этот кожух, посмотрим, что там. Один болтик. Откручиваем этот кожух. Второй болтик. Ну и третий болтик. Теперь открутим четвертый. Так вот, я открутил 4 болтика. Теперь снимаю этот кожух. Вот, снял кожух. И дальше ищем реле, который заводит стартер. Вот это реле. Сейчас изначально я это реле вскрою и покажу, что там может быть, то, что может не заводить стартер. Чтобы скрыть реле, надо здесь вот поддеть отверточкой и чуть ее с одной стороны и с другой. Здесь вот поддеваем. Реле у меня, оно получается дополнительное, потому что не стал я нагружать блок управления. Я поставил дополнительное реле с контактами. Вот там контакты. Чтобы не определить неисправность реле, я включу зажигание. И вручную зажму контакт реле. Внимание, гололед. Видите, ничего не происходит. Видно, контакт не доходит, нету зажигания. Вот такая система, она получает, что не заводит. Типа нажимается, но не работает почему-то. Сейчас я попробую отжать контакты и проверить это снова. Видно, реле исправно. Почему? Контакт я нажимал, не работал. Но заметил, что провод этот отошел. Когда я его дернул, он отвалился. Сейчас установлю на место этот провод и попробую зажать вручную реле.
А потом попробую запустить. Сейчас посмотрим, что выйдет. Вот все, установил реле на место. Проверил контактность проводов, чтобы здесь сидели нормально, не отходили. Теперь проверим, будет ли работать автозапуск. Сейчас я сначала заведу. Завел. Внимание, гололед. Сейчас ставлю на автозапуск. Глушу. Заглохло. А теперь завожу. Чтобы завести автозапуск, мне надо нажать два раза кнопочку. Вот, все. Легко заводит. Внимание, гололед. Значит, дело было не в реле. Дело было просто в контакте, которого не было на реле. То есть обошлись меньше крови. Сегодня все. Всем спасибо за внимание, кто смотрит мой канал. Кто смотрел сегодня мою ремонтную работу с машиной. То есть настройка автозапуска, поиск неисправностей. Кто хочет, подписывайтесь на мой канал. Кто не хочет, не подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки. Всем пока-пока.